В преддверии Дня учителя в Якутске стартовал республиканский конкурс «Учитель года». Он проводится в 20-й раз. В этом году в конкурсе принимают участие 29 педагогов со всей республики. Финал состоит из 5 разных этапов. Педагоги уже написали эссе. Сегодня они проводят открытые уроки. Во второй этап конкурса пройдут только 15 участников. Им предстоит рассказать о своих образовательных проектах. В финал выйдут 5 педагогов. Кто же станет лучшим учителем года, станет известно в пятницу, 7 октября. Участвую в республиканском конкурсе «Учитель года», да и в устном тоже в первый раз было. Ну, что дает? Дает очень большой опыт, знакомлюсь с новыми педагогами, с ними вместе как участвовать, с лучшими учителями республики. Для меня это большая честь.